Для того, чтобы получить такой же результат, вводим в ячейку число и степень, в которой будем возводить через пробел. Именно через пробел, а то не получится. Далее выделяем степень. Нажимаем правую клавишу мыши. Далее выбираем формат ячеек. И ставим галочку напротив пункта надстрочной. Вот мы и получили число в степени. Для того, чтобы возводить массивы чисел, мы применим следующий метод. Например, вам нужно возвести в пятую степень числа от 1 до 20. Для этого строим три столбца. Числа, степень, результат. В первый столбец вводим искомые числа. Во второй нужную нам степень. Теперь необходимо все это посчитать. Для этого выделяем нужный диапазон в столбце результат. Далее заходим в меню формулы. Ищем формулу степень. Кликаем на нее. В появившемся окне в поле число мы вводим нужный нам диапазон. В поле степень вводим диапазон из столбца степень. Далее зажимаем клавишу Ctrl и нажимаем Enter. Важно сделать именно так. Если не зажать клавишу Ctrl, то Excel посчитает результат только для одной ячейки, а не для всего столбца. Для возведения в степень только одного числа можно воспользоваться прямым математическим действием без применения строки формул. Для этого в ячейке вводим равно. Далее число. Например, 5. Затем символ возведения в степень. Для этого переключаемся на английскую раскладку. Зажимаем Shift и нажимаем клавишу 6. Появится вот такой знак, похожий на перевернутую галочку. Далее вводим степень. Например, у нас степень будет 16. После этого нажимаем на клавишу Enter. Вот и все. Мы получили результат.